Здесь, поехали.
Здорово. Большой человек, который там где-то впереди катит. Ну, паровоз страшен, мне даже ехать возле него страшно сейчас. Вы тут какими судьбами? А мы просто катаем. Я сначала сегодня на ВДНХ покатил. Слёвки оторву. Подожди, а почему тот человек в пижаме? Потому что это пижамная покатушка. Это пижамная вечеринка. Поехали, тут дальше планируется мероприятие какое-то. Да, пижамная. С кем? Откуда? С Roller School. Покатушка ФРС-овской Roller School. Ой, блин. Ну вообще здесь. Тут сегодня еще встретили этого Алекса и компанию. Да. Как зовут? Очень было приятно ехать в сцепке. Так. Ну что, все живы? Ой. Не надо про цепь попадать. Ой, смотри, да, спасибо.